Здравствуй, дорогой друг! Сейчас я тебе расскажу, как получить Dying Light Bad Blood в свою копилку в Steam совершенно бесплатно. Эта игра из себя представляет мультиплеерный, батл рояль такой выходил во вселенной Dying Light. Для этого нужно сделать что? Пока в Steam сейчас дают нам поиграть Dying Light, оригинальную загрузить и побегать, тут уже меньше суток остается, мы ее загружаем, после чего заходим в игру, сохранение дела какое-то там, и выходим. После этого идем на сайт, который называется dockets.dyinglight.game.com. После чего здесь проходим регистрацию, создаем свой аккаунт. После того, как создали мы свой аккаунт, нужно сделать привязку к нему. Значит, видите, здесь режим такой, называется привязка платформ. Привяжите здесь свой Steam аккаунт к ней, к этой платформе я имею в виду, и после этого вы видите, получается, щелкните здесь, чтобы забрать бесплатный код для активации Bad Blood. Когда он у нас появится, вот здесь вот она высветится, идем в Steam, игры, активировать в Steam. После этого, вот видите, активация продукта, дальше соглашаемся, и вот здесь вот вводим код, который получаем. После этого у нас будет игра добавлена в нашу библиотеку на Steam. Даже когда закончатся бесплатные выходные, игра будет у нас получена, я так понимаю, что навсегда. Вот такой вот лайфхак, получить бесплатно абсолютно Bad Blood Dying Light в свой кошелек, ничего не предопотратив. Я надеюсь, что это будет вам полезно. Вот, ребята, я получил ее. Поэтому поставьте палец вверх или вниз, если вам эта информация была полезна. Подпишитесь на канал и до новых встреч, друзья. Stay safe and brutal. Пока.